Максим, расскажите нам, пожалуйста, что вы провожаете с 2011 годом и что бы вы хотели встретить с 2012 годом? Добрий вечір. Провожаємо ми 2011 год, встречаємо 2012 год. Ну що, хочемо, щоб все було very good в 2012 году. І хотілося б не робити тих помилок, які я робив у 2011 році. Ну, я не знаю. Питайте ще що. Может, какие надежды лично ваши или вашей семьи вы хотели бы осуществить в приходящем году? Обязательно осуществим. С Божьей помощью. Надо ставить какие-то цели, надо ставить какие-то планы. И не надеясь на себя, на Бога, проходите все, то, що запланировали, то, що якісь є мечти, якісь ідеї. Олег, супортер Олег, подойдите, пожалуйста, к микрофону. Коль мы вас поймали, ответьте, пожалуйста, что вы провожаете в уходящем году? Больше пользы или больше все-таки какого-то груза? Провожаю, было бы оставить. Провожаю свой Днепр. Надеюсь, это последний Днепр в моей жизни, и я сяду на нормальный мотоцикл. И хочу пожелать клубу, прежде всего, хочу пожелать, чтобы все сели на мотоцикл, и это касается особенно супортеров. И хочу пожелать руководству клуба, это Харлей Дэвидсон. И, ну, много поездок, много денег на поездки. И всем... не клубным, а как бы семьям, и клубным тоже, в частности. Хочу пожелать такого семейного очага, чтобы ну, было семейное тепло. Все, как бы, что хотел сказать. Добрый вечер. Добрый вечер. В каком направлении вы бы хотели видеть свою жизнь и жизнь клуба, в котором вы находитесь, к которому стремитесь в новом 2012 году? В 2012 году я хочу видеть... продвижение и развитие клуба только прямо. И никак вот так вот. Без лишних петляний. Без лишних петляний. А если серьезно, то четких целей, быстрого их достижения. Ну, может быть, не быстрого, но желание и достижение целей. Думаю, ровных дорог, полного бака бензина, верных друзей рядышком, таких как Зонтик. Спасибо тебе, Зонтик. И вам спасибо, Александр. С Новым годом! Добрый вечер, Виталий. Какие у вас, хотелось бы узнать, ассоциации с будущим 2012 годом? Каким бы вы его хотели видеть? И что бы вы хотели сделать, чтобы он был, может быть, лучше или более развитый, чем уходящий 2011 год? Ну, 2012 год я вижу красивым, процветающим, с дешевым бензином. Еще хочу пожелать всем тоже побольше друзей, чтобы никто никого никогда не бросал в беде, и чтобы всегда всем все помогали. Спасибо за эти замечательные слова. Переходящая шапка удачи вам на память. Здрасте. И напоследок хотелось бы задать вопрос человеку, который непосредственно все это проводит. Интервьюирует. Зонтик, что бы ты хотел пожелать нашим телезрителям в канун Нового года или уже в Новом году? Я бы, конечно, хотел пожелать только добра, удачи, счастья, веселья, всего самого-самого лучшего. Ну, человек я не так сказать, вы поняли о чем, но денег все равно надо. Это очень такая немаловажная штука, и пусть их будет побольше у каждого, но намного больше, чем радости, счастья, добра и удачи. Спасибо вам за внимание. Ура, товарищи, ура! Добрый вечер, Электрон. Как вы видите
новый 2012 год. Какую вы видите роль этого года в мотодвижухе и вообще в вашей личной жизни, и, может быть, в жизни близких ваших окружающих? Ну, моя личная роль — это побольше побыть на слетах. Я в прошлом году совсем никуда не ездил. Вот. Моя личная роль — это почаще поездить на мотослеты. Вот. Желаю это всем, чтобы была возможность у всех ездить на слеты. Желаю всем побольше свободного времени, чтобы можно было проводить его в свое удовольствие. И желаю всем, чтобы нас окружали только лишь хорошие люди. И встречались на пути только хорошие люди. Спасибо большое. Ваши слова да Богу в уши. Добрый вечер. Как у представителя музыкального бомонда хотел бы поинтересоваться, есть ли какие-то творческие планы на будущий 2012 год? И что бы вы хотели сказать в музыкальном плане вообще нашим слушателям на будущее, как бы, близкое? На будущее всім музикантам хочу побажати творчого взлету всіх своїх проявах його, щоб всі завжди досягали своєї мети. І хай цей 2012 рік все це, що було добре, хай воно так і залишиться, а це, що погано, хай воно відійде назад, і 2013 рік хай буде добрий для нас. І хай цей злий дракон не буде такий злий, а як більш краще, щоб всім жилося. Я хочу побажати всім щастя, добра, віри в майбутнє. І щоб на слідущий рік цей клуб розширився іще на таку ж саму територію, і щоб ми тут як частіше зустрічалися. З Новим роком всіх! Дякую велике. Добрый вечер, уважаемые зрители. Мы тут по дороге еще споймали Серого Нарика и хотели бы задать ему пару вопросов. Сергей, счастливы ли вы были в уходящем 2011 году? На самом деле, что я хочу сказать, все, что происходит в жизни, плохое, хорошее, нельзя об этом сожалеть. Все происходит для чего-то, во всем есть свои причины. Но в первую очередь это опыт. Хотел бы пожелать в 2012 году всем возможность быть собой, делать то, что действительно нравится, доставляет удовольствие, и при этом не бояться кого-то, чего-то. Просто быть собой, радоваться жизни. Спасибо, Сергей, за этот позитив. Спасибо вам за откровенность, честность. До новых встреч в новом 2012 году. Увидимся. У представительницы прекрасного пола хотим... прекрасной половины человечества, хотелось бы поинтересоваться, что они думают вот о всей этой движухе, о новом году, о байкерстве и вообще о жизни. Они вообще думают. В общем, ребята, вы все отличные. Всем вам огромное спасибо за то, что вы у нас есть. И примите пожелания, пожалуйста, в честь Нового года. Я желаю вам всегда быть первыми, чтобы каждый из вас нашел свою вторую половинку, чтобы вы никогда не были третьими лишними. У вас всегда было своих 4 уголка, у вас все было на 5, у всех было развито 6 чувство, и чтобы вы все были на 7 небе счастья. С Новым годом! Павленький, добрый вечер. Добрый вечер. Мы провожаем 2011 год старый и встречаем новый 2012 год. Скажите, пожалуйста, есть ли в 2011 году то, что вы оставляете с радостью, и есть ли то, что все равно останется, вы его в 2012 никак не перетянете, и вы сожалеете о том, что это остается в 2011 году? Ну, достаточно такой замудроватый этот вопрос. Я постараюсь ответить. Хотелось бы, чтобы в новом году не было чего-то плохого, что было на протяжении 2011-го, на прошлого года. Хотелось бы, чтобы в новом году были новые цели, новые приоритеты, новые, ну, старые друзья, проверенные, хорошие, ну и новые, которые придут и будут хорошими друзьями, становиться хорошими друзьями, людьми, мужчинами. Ну, пускай девчонки будут тоже. Но хотелось бы, чтобы Новый год
следующий, он прошел очень плодотворно. И чтобы наши ряды пополнились, и чтобы у нас были хорошие, надежные люди. Ну и то, что не касается только клуба, хотелось бы, чтобы это место, Гоцгараж, он был наполнен многими людьми, разными. Сегодня был детский праздник с детками, с родителями. Хотелось бы, чтобы больше было таких праздников и времяпровождения вместе. Поэтому желаю успехов в новом году. С радостью перешагиваю этот шаг, черту на новый уровень, новый год. И не хотелось бы с сожалением вспоминать о старом году. Хотелось бы только с радостью идти вперед, шагать и воздавать хвалу только тому, кто дает дыхание в наши ноздри и который ведет нас всегда и помогает нам. Потому что мы сами ничего не можем, только вместе с ним. Спасибо. Спасибо, Павленький.